Я Лилия Подкопаева, мама двоих чудесных малышей. Где бы мы ни жили, во Львове или в Донецке, мы хотим одного. Мы хотим чистого неба для наших детей, потому что мы мамы, мы женщины, мы жены. И мы не хотим отправлять наших мужей на войну и вздрагивать каждый раз, когда взрываются гранаты. Единственное, что мы хотим, чтобы наша Украина была единой. Я хочу, чтобы в нашей стране рождались художники, актеры, политики и, конечно же, олимпийские чемпионы, которые будут стоять на пьедестале и плакать от радости и гордости за свою страну, за Украину, когда будет подниматься флаг Украины и звучать гимн нашей страны. Я за мир. Я Маша Ефросинина. Моей дочери Нане 10 лет. Она еще не начала изучать историю в школе, но уже мне пришлось объяснить ей, что такое революция. А недавно, когда под окнами ее спальни звучали выстрелы, мне пришлось рассказать ей, что такое война. Я уже не помню то время, когда мы по привычке собирались дома, смеялись, шутили, играли в лото, в шарады или приглашали большое количество шумных компаний. Мы привыкли к тому, что каждый наш день сегодня наполнен новостями, больше похожими на сводки с войны. Я хочу ждать мужа не с войны. Я хочу ждать от него ребенка. Я хочу, чтобы люди моей родной Керчи не цепенели от страха. Я хочу, чтобы они наслаждались мирным, прекрасным морем. Я за мир. Я Елена Кравец. Я женщина, я мать, я дочь, я жена. Моя работа – дарить смех. И я знаю, какую силу имеют слова, неважно, на каком языке они произносятся. Поэтому сейчас я обращаюсь ко всем, кто принимает судьбоносное решение. Пожалуйста, взвешивайте каждое слово, каждую фразу. Думайте о последствиях и не разжигайте огонь. Ни в России, ни в Украине женщины не хотят плакать. И мы не хотим видеть БТРы на детских площадках. Я за мир. Я Татьяна Денисова. Моя родина – Севастополь. Там живет вся моя семья. Я боюсь за своего брата, за своего отца. Я отказываюсь понимать, что завтра они могут взять в руки оружие. Я молю и взываю ко всем. Давайте проявим мудрость и здравый смысл. Мы должны жить в мире. Я против войны. Я за мир. Я Анастасия Приходько. Я певица. Я мать. Моей дочери Нане 4 года. Когда-то Россия дала мне шанс стать певицей. Затем я представляла конкурс Евровидения и Россию, исполняя песню «Маму» на украинском языке. Я прошу Россию, чтобы моя дочь, Нана, никогда не узнала, что такое война. Я за мир.